Ветер в волосах, вот и утро, перламутра красит небеса. Подойдет ли, упадет ли сжатым волосам? Запоет ли дивным голосом? Искуситель ждет, только быстро, все произойдет. Приветствую вас, мои дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео в Ютубе. В этом видео я разберу для вас песню группы «Пикник». «Русы косы, ноги босы». Мне ее заказал один мой дорогой подписчик из Москвы. Ну, как обычно, в начале, в этом первом видео, я разберу вступление, чтобы видео не было очень длинным. Вот. Итак, давайте начнем. Вступление мы играем с аккорда ля минор АМ. Вот. Ну, в студийном варианте я видел, что слушал. Песня звучит в тональности си минор АШМ. То есть, если что, вы можете поставить каподастер на второй лад и играть в той же самой тональности, в которой я вот сейчас буду разбирать. Это будет тональность ля минор АМ. Вот. В студийной почему-то именно в си миноре. А в живом исполнении, как обычно, я подготовился, посмотрел несколько видео, как группа «Пикник» исполняет эту песню. Вот, в живом варианте они поют, например, просто в тональности ля минор, в тональности АМ. Вот. Итак, давайте начнем. Вступление. Аккорд ля минор. Вторая на первом, четвертая, третья на втором. В правой руке мы играем. Нам нужно будет мизинцем поджать здесь первую струну на втором ладу, не отпуская аккорд. Итак, поставили АМ ля минор в правой руке. Пятая, четвертая, третья, вторая. Пятая, четвертая, третья, вторая. И мизинцем сразу первую на втором. Играем первую на втором, потом вторая, третья. Вторая, третья и первая открытая. И у нас получается первая фраза на аккорде ля минор, на аккорде АМ. Пятая, четвертая, третья, вторая, первая на втором, вторая, третья и первая открытая. Идем дальше. Дальше нам нужен аккорд ЕМ. Можете сразу зажать пятую, четвертую на втором, ми минор. Либо просто четвертую на втором. Нам пятая сейчас пока не нужна на втором. И здесь мы играем шестая. То есть все те же самые струны, которые были в аккорде ля минор АМ. Единственное, мы здесь играем шестую вместо пятой. Итак, четвертая на втором. И в правой руке мы играем шестая, четвертая, третья, вторая. И опять первую мы сразу подожмем на втором ладу. Вторая, третья и потом первая открытая. Ну да, можете вместе с четвертой на втором сразу первую на втором зажимать.
Вот мне просто удобнее ее в момент исполнения зажать. Итак, второй аккорд. Аккорд ЕМ. И играем шестая, четвертая, третья, вторая. Первая на втором. Вторая, третья. Первая открытая. 6, 4, 3, 2. Первая на втором. Вторая, третья, первая открытая. В правой руке лучше всего в такие вот арпеджио играть, в которых два баса участвуют из аккорда. Мы здесь лучше удобнее сыграем это шестая большим пальцем, четвертая большим пальцем. Ну и здесь указательный средний, безымянный. Средний указательный, безымянный. Вот. Большим пальцем играем и шестую, и четвертую. Вот так вот перескакиваем. Такой вариант самый удобный. Ну, это уже просто из практики. Итак, у нас получилось. Дальше мы зажимаем вот такой вот до мажор С с надстроечками, с небольшими, там плюс 7, плюс 5, по-моему, что-то в этом духе. Итак, пятая на третьем, четвертая на втором, вторая, первая на третьем. Вот такой вот до мажор С. Здесь мы играем пятая, четвертая, третья, вторая, первая, вторая, третья, первая. Ну, то есть те же струны, как и в предыдущих аккордах. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 1. И вторую на третьем, она у нас остается. Вот. Дальше у нас будет аккорд соль мажор G, в котором нам первая на третьем не нужна будет, а вот именно вторая на третьем будет нужна. Итак, давайте еще сыграем до мажор. И вторую на третьем сыграли. Потом сразу ставим шестую на третьем. И пятую на втором. У нас вот получается вот такой вот G плюс 5. Шестая, вторая на третьем, пятая на втором. Ну, то есть играть его мы начали все-таки вот даже со второй на третье. Потом шестая, пятая, четвертая. Потом делаем легато по пятой, пятую открытую дергаем, ударяем по пятой по второму ладу. Такое легато с открытой пятой на пятую на втором. И потом четвертая, третья. Итак, давайте посмотрим. Вот мы закончили аккорд до мажор. На первой струне он у нас закончился. Пятая, четвертая, третья, вторая, первая, вторая, третья, первая. И дальше мы ставим сразу G плюс 5. Значит, вторая, шестая на третьем, пятая на втором. Здесь мы играем вторая на третьем, потом шестая, пятая, четвертая. Потом легато по пятой, с открытой на второй лад. И потом четвертая, третья. Еще разок весь аккорд G плюс 5. Таким вот образом у нас звучит соль мажор. Все, четыре аккорда. Вживую я слушал группу Пикник, они играют вступление четыре раза подряд. То есть вот эти четыре аккорда они прогоняют четыре раза. Значит, АМ, ЕМ, С, Ж. И вот так четыре раза. Раз, два. То есть четыре аккорда четыре раза подряд. Давайте теперь повторим все, что мы разобрали. Вот такое вступление. Первый аккорд, второй, третий, четвертый. Еще разок, первый.
здесь большой палец. Шестая, пятая, четвертая, пятая легато, четвертая и третья струна указательным пальцем. Вот после этих четырех раз вступления у нас начинается песня. В следующем видео покажу, как мы ее будем играть на каких аккордах и как мы будем играть в правой руке. Итак, еще разок повторим то, что у нас получилось. И вот так вот 4 раза подряд. На этом все. Большое спасибо за просмотр, мои дорогие подписчики. Здоровья вам, благополучия. Ну и самое главное, тренируйтесь, и у вас обязательно все получится.